Доброе утро. Привет. Привет, я тебе говорю. Иди, какая улыбчивая девочка наша. Короче, мы вышли погулять с Настенкой и с Баксиком. А я сейчас в поисках новой работы, потому что эта работа меня не устраивает. В связи с тем, что очень часто нет работы, и я просиживаю дома, ничего не делая. И, очевидно, за это мне не платят. Поэтому, не знаю, посмотрим, какая зарплата будет. Так что сейчас мы будем искать другую работу. А сейчас мы вот с Баксиком гуляем. Сегодня опять четверг, и опять я не работаю. Был сегодня на собеседовании. В понедельник иду на собеседование именно на работу. А это я был в трудоустройстве или что-то в этом роде. В общем, сейчас поедем кататься по Кириатмотске. Ну, Бакси, блин. Смотри, что делать. Погнали. Кириатмоцкино. Бакси, почему, когда я тебя перекинул на правую сторону, ты идешь на другую сторону? Оказывается, тут, короче, так. Это площадка, это парк, где ты можешь гулять, любоваться видами. Еще один вход. Именно прям за парк, где животные. Но даже чтобы зайти в этот парк, ты должен платить. Видите, там фонтан есть, и на этом фонтане лебеди, гуси всякие. Вот здание. Видите, вот эти два дальних здания? Дальнее — это наше. Отсюда его видно. Собственно, давайте, наверное, пройдемся по площадке. Но для этого нам нужно вернуться. Или нет? Короче, вход в этот зоопарк стоит 70 или 90 шекелей. Это очень дорого на человека. Смотрите, она засыпает, сладкая моя. Вымотал папка ее. Ой, зяенька. Привет. Смотрите, где мы. У-ху. Мы гулять вышли. Настена, блин, здесь сейчас красоту, всю красоту просто. Офигенная, посмотрите вот это. Я должен это заснять. Смотрите. Это Кирьят Ям. Сколько у вас? 20-30 минут. Первый раз с Настенкой на море. Жалко, не получится в воду спуститься. А, походу, вообще не получится. Что такое? Босиком не советовала бы. А! Здесь стекло. Да пофиг. Просто красотища. Такой мягкий ветерок теплый. Как бы, ну, не жарко и не холодно, естественно. Это что, он сам делает? Ой. Да, когда делаешь зум, мне маленько тяжело снимать, чтобы картинка не убегала.
кусочки. Нужно наш кинуть. Мы по песочку походили. И ножки покупали в море. Теперь нужно мыть ножки, чтобы она в ротик не повезла там, с той стороны. Это там, да. Пойдем, я уже знаю. Гулять. Он тоже, в принципе, первый, нет, второй раз на море. Ой, мокрые, грязные буду. Катастрофа. Мы дома. Баксика их полностью скупали, да? Жопа. Эх, сейчас будем еще одну красавицу купать. Не эту, вот эту. Ой-ой-ой. Какую сетку видела? А я пойду сейчас в магазин. Умеем сидеть уже. Ты не хочешь? Да! Серьезно? Давай, иди ко мне. Сможешь? Ну ладно, иди к камере. Камера тебе больше нравится. Ой. Не знаю, откуда, не знаю. Мы его не разрешаем. Он. Да, иди сюда. Давай, давай. Иди, Светка. О, кстати, Вава, которую я показать хотел. Вот она. Еще фокуса нет. Эй, Вася. Он не хочет фокусировать меня, офигеть. Руку фокусируй, что такое? Ну, короче. Это тут кожа. Так. Все, погнали в магазин, да? Идем по импульсам. Ой,